Содержимое этих коробок представители Объединенного профсоюзного комитета цехов номер 12 и 65 собирали в течение августа. На акцию «Собери ребенка в школу» откликнулось немало неравнодушных. Ценный груз с необходимой каждому школьнику канцелярией доставили в Нижнесалдинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сотрудники цехов очень нам помогли, собрали хорошие очень вещи, собрали канцелярию, то есть очень много людей откликнулись, за что большое им спасибо. Школьные тетради, кисти и краски, настольные игры и даже мозаика, развивающая логическое мышление. Все это предназначено для ребятишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поскольку визит проходил в сончас, воспитанники приюта не повидались с дарителями, но обязательно еще не раз с ними встретятся. Поскольку данная акция правкома цехов 12 и 65 уже не первая и точно не последняя, профсоюзные активисты намерены и дальше помогать детям.